Эй, друзья, и снова всем привет. Мы продолжаем играть в отличнейшую игру Shenzhou 7 Days to Die. С вами, как всегда, Юрий Кот, Полина Нехочуха. Привет, Полин. Привет, Юр, привет, ребят. И у нас снова лето наступило, мы нашли кучу кукурузы и можем ее кушать. И нам немного жарковато, потому что мы протупили. Мы хотели, значит, пойти в одно место, пошли в другое место. И да, одежда подходит не самым лучшим образом для данного биома. Ну, тебе как-то попроще, да? Ты же от жары не подыхаешь? Да, у меня все хорошо, потому что я разделась. Я не оделась, я разделась. Топлес, все дела. Понятненько. Мне, наверное, точно так же нужно будет поступить. Снять, например, вот эту хрень и вот даже не знаю. Ну, мы сегодня идем с тобой по важным делам очень, да, Юр? Да. У меня кукуруза засохла. Мы идем сегодня найти сокровища. Я буду загорать, короче, я в труселях пойду дальше. И мы пошли ночью, залутали первый этаж. Давай ребятам расскажем, что там ничего путевого не было. Ребят, ничего путевого не было. Были кое-какие там штаны, кое-какие шляпы. В общем, ну такое, знаете. А, и еще один чертежик, кажется, на дубину, да, с гвоздями. Как-то так она называется. Угу. А я приобрела... Может быть, пойдем уже дальше, чумак? Да, я уже все залутала. Шорты, мистер шорты. Нет, это трусы, это семейки, это не шорты. Это семейки? Ну ладно. Мне все равно жарко. Я нахапала кукурузы. Мне теперь вообще крутотень. Я тоже, кстати, нашла там на первом этаже этот, как его там, карту сокровищ только Сары. Хорошо. Ребят, сейчас идем, помните, у нас была отметка ниже инструментарного магазина. Вот, мы хотим посмотреть, что же нас там ожидает. Ну, блин, это жара, она просто все портит. Кстати, подожди, у нас 20-й день, ребят. Вот тут, смотри, гнездышко есть. Да, ну пойдем. Да, у меня, кстати, уже 2 яйца, если что. У меня 4, если что, ну ладно. Хорошо. Меримся дальше. А можно же так пожрать, по-моему, его, да? Да, но, по-моему, там что-то с тобой случается. Так, подожди, инструментарный магазин у нас остался с той стороны. Нам нужно идти за озеро по прямой. Я вот думаю, просто через мост или до моста. Как бы лучше поступить-то, а? Да давай через мост, как белые люди, что-то вот это вот. Туда дорога просто никакая не ведет, вот что плохо, понимаешь? Ну правильно, а кто клад рыл возле дороги, чтобы его нашел кто-то? Ну прям под дорогой, под автострадой было бы классно. Конечно, ага, не, ну чтоб типа никто не заподозрил. Кого? Тебя? Всего. Короче, нам за озеро нужно проходить дальше. По типу, что типа хочешь спрячь на самом видном месте. Конечно, это конечно. Имеешь? Да, совершенно. О, поняли, Юрчик прячет все очень близко. Да. Под подушку, да, Юр? Да. В наволочку. Че, добил? Добил Тёхан еще? Ну, что-то валяется, не знаю. Отдыхает. Вроде бы положил. Так, 4 пера. Она мне суп принесла. Куриный суп. Я съедаю, Юра. Да, ешь. Я прощай, ты остаешься жить, а я кочурюсь нахер. И у меня кукурузка есть, я с тобой поделюсь. Да, у меня тоже есть. Ой, нормально. Ой, там смотри, я... толстопоп идет. Шутю, нам дальше, вон туда пошли. Да я поняла, подожди, надо же его уже мочить. Так, слышь, я его мочу, вдруг там тоже консервированный супчик. Слышь, я уже во вкус вошла, супчики хочу. Да. Да. Живой, а, да, еще? У него? Или нет? Нормально все. У него 2 бутылки воды было и 2 заплесненных сэндвича. Да ладно, я пока живу. У меня пока все хорошо. Хорошо. Идем дальше. Слушай, такая синяя яркая юбка вообще вот на фоне всего этого, блядь, красотка серого. Я. А, это мусор? Унылого, да? Это мусор? Что мусор? Что мусор делает так далеко от города? Ну, мало ли, знаешь, кто-то туристы приехали, костры разожгли и все, и пипец. Мать, у тебя там еда есть? Дай посмотрю. Ничего нет, у нас пусто. Могли... В матери было пусто. Саму мать сожрать, в принципе. Фу, Юра. Так, ты видишь на карте значок, или он отображается только у меня? Он у тебя только отображается. Ты владелец. Слушай, карты. А впереди какой-то супер-мега-город. Да? Да, и карта пока еще не открыта. Ребят, так, там... Подожди, а мы там были с тобой? Нет, не открыто, нифига, не были. А у меня открыто, чуть-чуть. Это, видимо, в самом начале, где мы, когда мы с тобой искали друг друга. Наверное, когда начинали наверное. Только все. Ну, нам по прямой, вот сюда, в эту сторону идти. Главное, ну, на медведя ни на какого не напороться.
Юр, ну что ты меня пугаешь сразу? Слушайте, Юра сегодня хочет, по-моему, меня испугать очень, да, ребят? Вы перегрелись, найдите. Для чего-то найдите. Вот это, но Юрчик просто перегрелся. Юра, там такой большой дом, я хочу тут... Отлично, я Отлично. Здесь. Никто ничего не слышал. Сейчас, секунду. Забыла я, ну бывает. Так, смотри, давай, вставай, там церковь, клин, церковь, нам... Юр, там церковь. Церковь, хочешь залутать? Пошли лутать. Да, идем сразу лутать. Не, здесь просто мы в церкви гнезда. Еще ни разу не были с тобой, ни разу. Яичко. Ты хочешь отмолить грехи, насколько я понимаю, конечно. Да? Конечно. Ну, давай попробуем. Я с оружием только буду в эту церковь заходить, потому что ну нахрен. Там кто-то пищит. О, тёхонша идет. Я думаю, кто это? Это грешница. Грешница. Они собрались тут, чтобы грешить. Я возьму мачете и сделаю вот так. Так, я буду взяла грешницу. А что это за парень? А хер знает, он что-то неубиваемый какой-то. Нет, слушай, как их много здесь, их реально много. Может, вот будем отступать? Не-не-не, давай убиваем их. А если кто-то будет бежать сейчас? Не, ну если кто-то будет бежать, тогда будем отступать. Но пока что никто не бежит. Хорошо, мне нравится твоя логика. Консервированный лосось, Юра, и груши. Я тебе сейчас дам покушать. Видишь? Вот, не зря. Так. Это все грешники, что ли? Да. Это все грешники. Так, что у него? У него семена юки. Ну, не знаю, нужны они нам или нет, но возьму. На всякий случай. Как всегда, Полина берет всякий хлам. Потом ребята пишут в комментариях, их бомбит. Полина, на кой тебе это? На кой тебе то? Так, помогай. У нас тут, смотри, гости как-то собираются вообще крепко. Вот. Ну, кто там? Кто? Ой. Ой, тут дядька встал, подожди. Давай я возьму, наверное, вот эту штуку. Какой ужас. Так, он сдох. Хорошо. Я его сразу утала, так еще. Беру пока толстяка на себя. Так, я же. Теперь мамашку. Еще. Отлично. О, красиво было, я даже это видела. Прям в яблочко упал. Вошел в кураж. Да, ой, консервированная ветчина. Какая ну, прелесть. Ну, кушай. Какая прелесть. Что, там кто-то есть? Да ползет просто, я не ожидала, прям под ногами. Капец, это надо было меня так испугать. Что, заходим? Так, тут ничего. Окей, давай заходим. О, отче наш. Ежеси на небеси. Ага. Ой, тут гробы, слушай, можно их осмотреть. Юра, какой ужас. Клей, перо. В гробах клей и перо. Это странно. Есть полочка и схема обреза, которую я сейчас выучу. Юр, ну это нелогично. Почему в гробе было такое? Потому что. Капец. А что, а все, да, одноэтажное здание? Больше нема. Ну и все равно да. Хорошо, что рецептик, видишь, какой-то добыли. Нельзя, правда, посидеть. Поглядеть. Не, посидеть можно от нападения зомби. Так, ну все, теперь отправляемся к сокровищу. Идем. Церковь залутали. Сейчас я скушаю, возьму пистолет. Давай, я тоже что-то скушаю. Ее консервированный лосось съем, то насыщение +5. Ой, опасно. Опасно. Да. Сколько у тебя еды? У меня 22 уже. 31, воды 26. А, вот все, вода тогда мне нужна, я съедаю консервированную грушу. Я тебе воды дам, если тебе. У меня есть. 5 банок еще целых, да. У меня 8. Юрчик. Так. Ты далеко там? Это за тобой вроде бегу. Хорошо, пошли, значит, в направлении к этому сундуку. Очень не терпится узнать, что же там находится. Так не терпится, что мы решили даже в церковь зайти. Это не я, это была не я, я вообще ни в чем не виновата. Ужасный биом. Ой-ой-ой, смотри, вообще, да, я туда не хочу как-то. Слушай, это не радиационный? Не, это сгоревший, типа пепелище. А-а-а. И мне пипец как жарко, слушай, надо бы, наверное, какую-то так одежду. Так разденься, господи, мне вообще не жарко. Ты кого там? То кролл убежал? Да, ладно, вообще раздеться, ты говоришь? Разденься, конечно. Полностью голым ходить? Не могу. Прикинь, как здесь, да? Куда идти копать, давай, рассказывай. Сейчас, мы рядом находимся, пошли за мной.
Да? Просто да. Мы уже рядом давно, вроде бы. Главное, чтобы мы на этом биоме с тобой не сдохли от перенагревания. Почему? У меня вообще все хорошо. Я не понимаю, почему у тебя какие-то проблемы. У меня 100 с чем-то градусов. Но может быть, с твоей юбкой и все остальное. Ну, воду пить надо будет. Юр, давай быстро копаем и убегаем. Я нашел это место. Видимо, лопатой нужно будет покопать. Давай. Так зомби не идет? Так, где копать? Подожди, где подожди. Копать? Я хочу понять, где. Я не понимаю, как это работает. Давай копать. Где копать? Эр. Вот тут? Мне хочется узнать, по какому принципу вообще все это ищется. Юра! Ну подожди, я сам пытаюсь додуплить, что происходит. Значит, вот, когда я в это место подхожу, начинается, типа, этот сундучок светится красным, пульсировать. Ну, значит, там, наверное, и надо. То есть все зарыто, нужно просто углубляться вниз, правильно? Ну, теоретически, да. А я предлагаю поставить на паузу. Ребят, мы покопаем, узнаем, что здесь вообще будет если происходить. Найдем, да, если найдем, мы обязательно покажем. Поэтому, ну, мне кажется, это будет как займет да, какое-то да, время. Да, делаем давай. Паузу, ребята, и скоро увидимся. Угу. Так, ну что, ребятушки, откопали, вернее, Полина откопала этот сундучок. Да. А, сейчас посмотрим. Видите, у нас на компасе пульсирует этот, значит, сундучок. Давайте глядеть, чего у нас тут есть. Открой. Серебряный самородок 12 штук. Угу. Золотой самородок 7 штук. Угу. И 5102 жетона казино Герцог. Юра, это офигенный клад. Мы можем купить себе кучу еды просто. 5100. Вдумайся на секундочку просто. Я в шоке. Юра, у меня тоже есть клад. Пойдем, может, к моему теперь кладу? Давай, пошли. Мы себе по кладам. Пошли, попробуем. Так. Но день 20-й. Нужно помнить, да, что нет, происходит. Нет, я помню. Подожди, я вспомню, где он. Нам нужно идти в обратную сторону. Подожди, а у нас этой ночью будет замес или следующий? Следующий, по идее. Следующий. С 21 на 22-ю получается. 21-я ночь, да. С 21 на 22-ю. Все, побежали с пепелища. Нам не нужно в пепелище. Пошли мы в обратную хорошо. Сторону. Сейчас будем с тобой оббегать. И пытаться коротким путем туда добежать. Окейчик, ребята, мы еще даже недолго копали. Я думал, тут, блядь, я не знаю, придется экскаватор вызывать. Да, а я рандомно выкопала. Видишь, какая я молодец, удача мне сопутствует. Знаешь, по-моему, ты видела на моей карте сундучок? Нет. Вернее, на своей карте сундучок. Нет, ну сейчас вижу. Получается, что сейчас я вижу еще один сундучок. Ну это у тебя же ты две карты. Второй, съели. да. А у тебя далеко твой, может твой ближе? Далеко. А, ну тогда побежали на мой. Мой, правда, тоже не очень близко, но нормалек. Ну все, если побежали. По прямой тусить, я думаю, нормалек все будет. Побежали, да. Мы, ребят, главное... сегодня будем разыскивать да. клады. Слушай, много ну 5000, это мы с тобой скупимся во всех автоматах, еду всю купим, вообще капец. Это вообще не будет печали с едой и с водой на долгое время. Ну, с водой вообще печали нету, а вот с едой, понимаешь, целесообразно покупать еду. Ну, в общем, как ни крути, баблишка правит миром, да? Да. Вот. Даже здесь. Так, перья. Ладно, перья еще правят. А я два яйца нашел только что еще. Так, ну нам бежать порядочно, поэтому мы можем что-то встретить на пути. Ты ну готов? Вот пни, например, осматривать. Пни? Гнезда. Я гнезда осматриваю. Ой, эй, яичко. Еще два яйца. Ой, еще. Ну, хорошо, нам стрел на 21-ю ночь как раз нужно будет, Юр, как раз да, запасаемся. Да. Так у нас там еще металлические были, там зимы оставили. Да, 40 штук, это надо будет еще перенести. Так, ну мы бежим, вот нам, в общем-то, в ту сторону бежать по прямой. Бежать и бежать. А но... есть какой-то ориентир, чтоб я понимал? Вот там у тебя есть дорога через мост, через воду, есть? А, нет, я вот сейчас бегу ну вот, через значит... мост, через воду, но это направо нужно забирать. Нет, ну нам надо налево, чуть левее от этого, туда дальше. Ну тогда веди. Вот, поэтому я и говорю, что... Подожди. Вот туда мне. Туда? Да, вот туда. Все, побежали. Вот в ту сторону. Так, пни еще, да, по пути осматриваем? Да, есть смысл, ну, наверное. Чисто еду вообще интересует меня вот еда. Ну, фонарик 143 я не могу оставить, конечно. Потому что, нет, я сейчас обосную тебе, почему я беру фонарики. Вот я иду по метке. Для чего? Как для чего? Для оружия, для некоторых, вот, например, для обреза, который я выучил. А, схему, это само фонарик. Собой, но я думаю, что да. мы их еще очень много найдем. Я от себя не вижу. Все, вижу.
Ты сейчас идешь вот по, прямо по тому направлению, куда нужно, да? Что вот это за дом стоит? Ты не хочешь в него посмотреть? Нет, за мной зомби идет, поэтому я не очень хочу. Вообще понимаю. Подожди, не понимаю пока, что происходит. Где дом, Юр? Рядом, по правой стороне. Ну. Ты что, там зомби бьешь, что ли? Я пытаюсь, блин. Господи. Так, он меня застанил, но я жив, все в порядке. Я не смотрела. А, вот там нет, я не смотрела. Дом я не смотрела. Погоди, не торопись, не оставляй меня одного. Мне страшно. Я жду, жду, жду тебя. Пойдем, пойдем. То есть мы идем все-таки через пепелище. Нет, ну, это впереди дом, а был еще сзади дом. Бетонный какой-то дом был. Не, ну нам чуть вот туда надо забирать, конечно. Пойдем осматривать вот этот пепелищный дом. Что ну, там? Ну, давай пошли, глянем, я не знаю. Вообще? Если там будет еда, то хорошо, почему нет? Да, еда нам... Потому что я тут вижу вроде бы как... Печку. О, тут есть кастрюля. Все, Юр, вот тут есть кастрюля, это хорошо. Ты реально это знаешь? Мы же здесь не были никогда. Ну, я только что ее нашла. В смысле? А, я думал, ты говоришь, что в доме в костре валяется. Нет, и консервные обычные... Я съела консервный суп. А ты что там? Так, ну, помогай, что? Давай, иди сюда. А ты где вообще? Юр? Я возле дома. Какого? Ну, вот здесь дом есть. Ты к большому дому побежал? Ты посмотри на метку. Да вижу я. Я-то в другом месте была, только что нашла кастрюлю. Ой, на тебя зомби идет, я вижу. Да. Серьезно? И, кстати, не один, я тебе хочу сказать. Да что ж ты такое у меня? Нападаешь вечно, не на тех. Все, смотри. Есть так, что там поесть? А футбольный шлем, кстати. Парень был в прошлом футболистом, видимо. А, зачем он нужен? Обезболивающий. Так, а домик, слушай, интересный какой-то. Интересный. Чё, да, надо, надо. Я вот где вот этот обугленный домик, тут вот в печке сразу можно еду посмотреть. Ой, еще одна кастрюля. Я пока седан, наверное, тоже посмотрю. Давай. Да, вообще разруха такая полная. Вот этот фон музыкальный, ты слышишь? Там что-то внизу, внизу есть? Внизу вода какая-то, смотри, как типа... Затоплена? Бассейн, что ли? О, окей. Ты внутрь дома хочешь? Да. Там зомби ползет как бы. Да, пофиг, чё. Блядь. Тут еще будет постоянно зомби ползти в этой игре. Так. Так, мы вообще за кладом с тобой шли, а ты в дом. Ну, он находится рядом. Мы же понимаем, всё, что мы не вернемся больше сюда никогда. Да, это да. Это да, я открываю, я захожу в дом, Юр. Да, ой, я уже здесь, я на кухне уже ам-ам делаю. О, а внизу вот эта вода, и куда она ведет? Просто подвал с затопленной водой, странно. Действительно странно, нам сказали, что в бассейнах может быть под водой какие-то ништяки. Можно было бы, конечно, осмотреть, но сможем ли мы оттуда выбраться? Вот в чем вопрос. Нет, там ступеньки вообще-то есть, Юр, ты че? Да. Ну, как бы да. Так, а я кровать нашел двухспальную, она почему-то находится в странном месте, если честно. А ты еду посмотрел? Еды нет, пара банок только металлических и все. Я воду нашла, где ты осмотрел. Ты на втором этаже? А, да. Да уж. Ну что, пошли тогда вниз, пойдем воду попробуем, раз ты уж говоришь. А где, подожди, куда я забыла? Где этот вход вниз как-то был? А, бутылка... вот он, Юр, иди сюда. Да-да-да, сейчас бутылка грязной воды есть еще. Иду. Да брось ее, господи. Сюда иди. Так. Ух, ё, да, тут что-то есть. Что-то есть? Что-то есть, посмотри. Кислород, главное... ты следи за кислородом. Не умереть. Барабан от магнума. 70% кислорода. Следи за ним. Так, ну, не буду брать наконечник. Я ради наконечника. Мне вот интересно, а может быть такое, что здесь будут зомби, которые захотят... 40%. Я вылазю дышать и потом сейчас пойду к туалету схожу. Все, давай. Вам? Слушай, а может быть тут краник какой-то повернуть нужно, и тогда эта херня состучится куда-то? Это возможно, как ты думаешь? Не знаю, попробуй. Там еще есть какая-то дверь, еще дверь дальше идет. Да, я вот думаю, видела, может быть, куда-нибудь. Странное видела место на самом деле. Да, там сейф. Там сейф. Копперфилд. Юр, у меня 50%. Валим, 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 поднимаемся. Там сейф? Да, давай мы его оставим, наверное, в покое. Пойдем все-таки за кладом. Почему? Да? Ты можешь плавать, а я так не могу круто. А, все, я могу.
Не знаю. Все, надо было просто пробел нажать, и все хорошо. Ты получается над водой. Так можно и сейф, да, и там опускать тогда, если так над водой. Технику плавать нет. Не, ну я не знаю, будем сейф облутать тут или нет. Ну, он находится в очень стрёмном месте. Это значит, что, скорее всего, там есть какая-то ценная херня. Ну давай, заглянем. Кирочку берем, да, Кирочку? Да, Кирочку побыстрее. Так, давай, спускайся. Вот, и теперь заныриваешь туда. Блять, я не могу занырнуть. Так, потихонечку, потихонечку. Закрыто. Так, и знаешь, потом выныривать надо. Да я понимаю, это не, нужно не просто выныривать, а плыть туда, назад. Я понимаю. А почему мы с тобой матрасы еще не кинули? Объясни мне, пожалуйста, спальные мешки. Мы сейчас с тобой нахер окочуримся здесь, и на этом все закончится. Так, сейчас я подышу немножко. Ты следи за своим кислородом. Я тоже. Так, меняемся, да? Все, я подышала. Хорошо. Подышала. Все, подышала я. И что, и поплыла я дальше к тебе. Что ты вот это вот... А ты слышишь, вот мы находимся в воде, а в ушах треск пепелища. Прикольно так на самом деле. А почему вода не выливается, слышишь? Вот тут затопило все, вода не выливается. Ну потому что она здесь кубиками тоже, как и все остальное. Все, что здесь построено. Смотри, сейф, да. Я поплыву дышать. Части охотничьего ружья, ресивер дробовика, рукоять пистолета. Супер, уходим. Ничего полезного, да, ты хочешь сказать? А как это? Было. Запчасти оружия. Ну, запчасти только, да. Ладно. Фух, как будто я реально там сам побывал. Ты говоришь, что серьезно. Не, ну все равно интересно, слушай, ну в первый раз очень интересно. Согласись, что вот что-то новое мы сейчас узнали с тобой, правильно? Да, да, да. Согласен? Естественно. Что, лежаки делаем? А, давай, наверное, замутим, да, для того, чтобы, ну, обезопасить себя. Сейчас сдохнем и хоть где-то здесь появимся. Тебе сделать спальник? Не, я себе делаю, все нормально, все под контролем. Все, 10 секунд. Спальник кидаем тут на первом этаже и бежим дальше, да? Ну, конечно. Можно еще, слышишь, под водой поставить себе спальник. Вот это вообще будет идеально. Ты не хочешь мне дать жетоны? У меня там 185 жетонов. Ну, как бы, чтоб ячейку себе освободить. Жетоны? Меня кто-то хочет сейчас нагреть, мне так кажется. Что-то мне так кажется, что кто-то что-то мне не договаривает. Юр, помчали, ладно. Ну на, держи. Раз действительно, ты не ведешься, если у тебя есть делать. Жетоны. Не... не, у меня правда есть жетоны. 185. Выбрасывай, забирай. Где? Вот, кучка, ну ёпти. О, мамочки, я теперь богата. Все, Юр, я тебя не знаю. Разошлись, как море корабли, да? Иди, куда, в какую сторону идти? Нам можно по дорожке вот это бежать, Юр. Смотри, смотри, тихо. Что, впереди, что? Впереди, смотри, вперед стоит зомби горящий. О, так вот что хрустело. А вот прям... Это что-то новенькое, мне даже интересно, что в нем может быть. Я ему мошонку пытаюсь отстрелить при помощи все, стрелы. Все, уже можно обгоревшие сапоги ковбойские 102 уровня. Че? Не, ну это неплохо, в принципе. Не, ну это нелогично. Возьму-ка я пистолет на всякий случай. Ну все, мы там по этой дороге, пока что по этой дороге. Че, прям вот по прямой так и идем и идем? Ну пока идем, да. Нет, там надо будет чуть загребать. Нет, нормально пока. Вот еще горящий зомби один. Ну я так понял, что это обычные зомби. Да, они... просто они, тут антураж у них такой, понимаешь, потому что да. Горящий типа биом. Ну выглядит злобно, согласись. Согласна, как монстры выглядят. Я взяла яичко. А, национальный лес впереди у нас. Национальный лес. Я надеюсь, это там хорошо. Мины никто не расставлял. Я надеюсь, что же, но там у нас по пути дом еще. Да, Юр, мы идем в правильном направлении, я тебе хочу сказать. Вот по этой извилистой тропе пока что туда дальше нам. Ага. Так, олень нам не нужен, яиц у нас куча. Ага. У меня есть кастрюля. Гроздь яиц просто. Ты что, у меня 9 штук, у тебя что? Мало, что ли? У меня 8. Ну... Дом будем живем. Заходить? На ну, первый этаж хавчик. Раз мы идем, у нас все плохо с этим, с инвентарем. Почему? У меня нормально с инвентарем пока да? что. Ну, нет, так, я тебе не лутай. Говорю, что мы будем с тобой хватать все подряд. Чисто за едой. Зайдем, может там еда есть. Я чисто ради припасов еды вообще-то. Ну, там, а, тут все? Все? Ну пошли отсюда.
просто так выглядит, как двухэтажная. Это, видимо, сторожка чья-то была. Нет, а там был какой-то этаж, кстати, да. Ну ладно, все, уже пробежали. Все, зомби пробегаем, этого пробегаем, побежали дальше. Угу. Все. Далеко меточка впереди... находится? Впереди город. Город? Ну, я бы сказал, что это городочек. И, скорее всего, у нас там... Мы вообще по кругу бегаем. Не, нам вот туда, Юр, мы не туда идем. Хорошо. Но даже если так, еще долго? Нет. По идее, нет. У меня бинт один есть. Молодец. Беги за мной. Бежим, бежим. Нет, мы точно до ночи успеем. Вопрос вот в обратке тоже должны. До полицейского участка тогда добежим, если да что. Да, мы рядом, да, находимся, кстати. Вот просто и я там. Мы как-то же шли через раком вообще каким-то. И как раз там сможем этот вещи забрать, Юр, да, и уже идти в бункер и пережидать 21-ю ночь. Я даже не знаю насчет вещей, потому что нам, ребят, надо несколько инвентарей для того, чтобы мы вообще все это перенесли. Мы такие жадные, просто жадные. Все, блядь, складываем себе. Я понимаю, что нужно как-то, ну, есть две шляпы, одна плохого уровня, вторая хорошего. Взять ту, которая хорошего, плохую оставить. Для летнего биома вообще нужно что-то другое. Кстати, у меня уровни повышаются. Сейчас доберемся до моего, до сундука, да, и попробуем прокачаться. Да? Хорошо. Впереди ой, палаточный лагерь, да? Лагерь или домик? Лагерь, лагерь. Там. Похоже на лагерь. Или на гараж ой с жигулями. На лагерь похоже. Что, в лагерь заглянем за едой, да, или нет? Ну, если у тебя заглянем есть место, то будешь тогда... У меня есть место. Хорошо, есть, отлично. Есть. Пошли. Пойдем. Только имей в виду, что там могут быть зомби. Ну, они тут и есть, кстати. Ой, по крыше идут. Вообще охеревшие, да? Да. Так. Так, это что, крикуня, что ли? Не знаю насчет крикуни. Я убила одного зомбака. Ой. Чего? Блин, сломан требуется. Да, вот у меня не вовремя лук сломался. Сейчас я от нее отбегу. Так, бутылка воды. Юр, я, конечно, все понимаю. Там вот как бы меня зомби жрет, а у меня там, ну, стрелы закончились. А где ты, блядь, находишься? Да убегает зомбака. Все, сейчас все, я вернусь. Все, иду, 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 иду. Иду на подмогу. Я уже крафчу по пути лук, убегаю по пути крафчу лук. А это женщина всего лишь там все. Чего вы с ней не подружитесь? Говорю, что у меня лук сломался в самый ненужный момент. О, не, да я скрафтила лук, Юра. Ты но понял? 263 левел, а? А? Нихера. Ты папку вообще молодец. Папку крафта. Так вот тут еще мужик что-то хочет. Ну, может, и себе можешь что-нибудь такое замутить сейчас. Потому что мы забываем, кстати, нас спрашивают, какого хрена вы крафтом не занимаетесь, ребятки? Что с вами не так вообще? А мы вот бегаем, что-то смотрим. Консервированный чили в рюкзаке нашел. О! Тебе нужна еда? Так, смотрю, сколько у тебя процентов? Давай решим. У меня 17, да, мне, Юр, мне у меня 11. Ну, кушай, у меня мед есть. Кушай. Так. Мне нужна ты в этой палатке. А что там такое? Ну, во-первых, тут есть кожаный плащ на 178. Есть банки различные. Есть грязная бутылка воды. И у этого парня, который валяется, есть тоже интересные штуки. Так, сейчас я пощупаю, что у него. Ну, все, взяла у него, ладно. Тут что? Все, все взяла, Юр. Что, еще можно? Я еще могу взять, надо? Да, вроде все. Слушай, а вот валяются спальные мешки. Мне вот интересно, они на нас будут работать, эти я спальные уже мешки? Забрала его. Не-не-не, я говорю про то, что если мы сдохнем, мы сможем здесь отспавниться или нет? Не знаю, я его забрала. Если ты его разложишь, наверное, да. Давай раскинем ее. Взяли, разложили. Еще разок, типа? Да-да-да. Мне кажется, вот так это будет действовать на самом деле. Так давай в палатке где-то внутри поставим, что мы, блядь, какие-то. Давай. А, тут места нет у нас. Хотя нормально, нормально все получается. Все? Я все, да. Пошли. Хорошо, веди. Так, подожди. Мы уже почти-почти, немножечко совсем осталось, можно сказать. Сколько еще километров, блядь, пешим? Порядка. 20-30. Откуда я знаю, Юра? Откуда я знаю? Возьму-ка я... Так, блин, а да, вот смотришь... Так, кроватки появились в этом домике. Я тоже. Понял? Это хорошо. Угу. У тебя сколько, кстати, жизни? У меня соточка. У меня 96 из 102. То есть надо бинтик, наверное, какой-нибудь все-таки сейчас залопили себе. У меня соточка из соточки.
Соточка и соточка. Да, я... смотри, там какие-то здания опять, Юра. И собаки, собаки, это город. Это тот самый город, кстати, про который я и говорил. И да, нам нет, было... ну нам мимо, Юр, нам мимо, мы пока в него не идем. Ты беги за мной, хорошо? Я бегу к кладу. Наша задача вот дойти до клада еще в этой серии. Нужно нам успеть выкопать и что-нибудь посмотреть, что там. Чтоб мы были с крышками, короче, к 21-му дню, да? И сравнить-то. И сравнить вообще, на самом деле, отличается клад от клада или нет? Что можно еще найти? Может, мы не просто крышки найдем? Я, честно говоря, думал, что здесь не будет гор в этой игре. А здесь даже горы есть. Господи, что, что, что? Это просто зомби меня испугал. Внезапно на меня. Просто зомби, говорит, просто. Все нормально, все под контролем. Просто зомби. Взял и испугал меня просто зомби. И все. Так, все, вот туда. Я не знал, что в этой игре есть горы. Ты не знал? Ты прикинь, нам вообще через горы нужно перебираться? Да нет, вроде. Вдоль дороги пока что. А тут сторожка, смотри, какая-то есть. Ну, крутяк, чё. Давай зайдем. Давай. Это, смотри, там какая-то радиовышка стоит прям над ней. Да? Флаг. Слушай, подожди, подожди, не приближайся. Может быть, это мины там могут быть? Может, мы с тобой как-то аккуратненько обойдем это дело? Может быть, да, лучше, наверное, не суваться сюда, форт, типа. По дороге? Да я вот пытаюсь присматриваться к дороге. Если меня сейчас расхерачит, ты, короче, знаешь, что делать. Забирать пистолет в первую очередь. Слушай, это похоже на трейдера на какого-то. А, кстати, да. Тихо-тихо-тихо, вот тут написано, типа, слово. Это что, медленно? Где? Вот знак, желтый, блядь. Где? Да сзади где? Да, там как бы баба к тебе идет вообще на этом гости. Да мы там можем зайти вовнутрь. Давай заходить. Заходи, Юр, заходи, зачем заходи. Туда заходить? Мы посмотрим. Едой. Я убила женщину, она мне принесла еду, которую я съем сразу. Консервированную грушу она мне принесла. Вот. Я же говорю про еду. Мы хотя бы посмотрим, что это за место вообще. Так, там точно можно зайти? Тут просто растяжки какие-то. Тут какой-то сад есть, слушай. О, и автомат, Юр, сейчас я куплю еды. Давай, покупай еду. Так, консервированные макароны, так, покупаю. Ну ты там так, чтобы, знаешь, чтобы профит был хороший. Да, это трейдер, слушай. Anything you like? Мисосуру. Нет, я куплю все, что есть, а оно ж потом ресается, Юр, постепенно. Я понял, мне бы ему что-нибудь продать хорошенькое. Что насчет золотых самородков? Продай, они дофига денег дают. Да, а слушай, вообще дофига. Да, ты знаю, двери за собой закрыла, когда мы заходили? Нет. Отлично, просто идеально. Что, 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 зомби? Все, 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 закрыл, 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 закрыл. Отлично. Зомби там на шипах. Подожди, я тут еду покупаю. Хорошо, я продаю тогда все самородки, потому что мне кажется, они нам не нужны, да? Ну, я думаю, что да. Да. Так, а где я трейдер? Где трейдер? 1034 крышки, слушай. Ну круто. Какой это... крышки? Жетонов. Герцога, жетон. О. Слушай, может у него... Дай я пощупаю. 1733 уже есть. Подожди, может продать ему можно сейчас что-то? Подожди, я хочу продать, во-первых, вот эти деньги. Ребята сказали, что можно... А, всего 161 крышка, ладненько. Можно что купить у него? Смотри, можно мясо купить, дубину, можно большого лева, нафиг она нам нужна. А нет там пистолета какого-нибудь? Я вот смотрю, подожди. Сталь, молоток, я думаю, может тут штангенциркуль есть, который нам нужен для печки. Посмотри, да. Так, ствол дробовика, шторки какие-то нафиг они нужны. Так, сейчас. Да завали свое хлебало, твою мать, орешь тут. Есть патроны, Юра, 7,62, но я не вижу смысла покупать патроны пока не, что. Не, не надо, патроны у нас там даже есть, так, у нас нечего, некуда эти патроны еда, запихивать. Только сырое мясо, витаминки не нужны нам эти. Едой вот, хочешь смотрю, ли поделиться со мной? Так, пружинки, сейчас секундочку, Юр, буквально секундочку. Ага. Так, вода, масло, полировка для стали, ну короче... Дегустация пивоварни. Вот это что такое? После прочтения этой книги вы научитесь выращивать хмель и варить пиво. А есть ли смысл вообще? Ну, пока не знаю. А, во, нашла.
Пистолет 401 уровня, так. Стоит совсем чуть-чуть, 8000 крышечек. 8, блин, так охотничье, мы, слушай. Охотничье ружье 13 тысяч, ракетница 27. Подожди. Вот этих вот казино герцог, да? Жетонов. Да. Ну смотри, у меня есть 1700, у тебя сейчас сколько осталось? 5 тысяч, и ты ничего, да, не покупала. Пошли за твоим кладом, сейчас посмотрим, сколько у нас есть. Если что, купим еще одну какую-нибудь пушку охерительную. И каска 484 левела с фонариком 6300 стоит. Так, каску в жопу, у нас на, есть еду все возьми, нормально. Юр, еду возьми, пожалуйста. Много потратила на еду? Ну, не очень. Кушай. Ты мне две дала, нормально? Ну, пока две, у меня еще три банки есть. И я у тебя не... 5000 жетонов осталось. Осталось, да. Все. Итого у нас 6 с копейками. Это значит, да, что пошли, наверное, так, за а в автомате твои... тут остался чай из золотарника. Купить, ага. 34 монетки все стоит. Ну, если тебе нужно, да. Но у меня еды 33, воды 78, плюс воды есть еще кукуруза. Воды у меня дофига, и тут чай, это у меня все есть. Ну, тогда я предлагаю пока не тратить крышки, если они действительно такие, да, важные. Крышки, давай. Почему крышки, жетоны? Я, у меня Fallout Shelter тут начинается, крышки. Так, нам нужно дальше. Ой, Юр, мы почти дошли уже, вот по дорожке где-то нужно. Супер, перфекто. Ты что там, живой? Да. Слушай, ты меня пугаешь. Прям вот как будто на дороге клад, может быть такое? Может, нам придется сейчас асфальт копать. Ты серьезно, может быть, ты думаешь, что кто-то... Конечно. Закатал в асфальт? Все, как я хотел, все, как я говорил. Да, вот ты правда хотел возле моста... Так, вот баночка меда вообще всегда. А, ты, тему. Главное, смотри потом сундучок, где он у нас... А, так подожди, вот это на сером, да, беленький такой сундучочек? Да. Так я его тоже вижу, кстати. Ты видишь, что он недалеко, да, от нас? Да, да. А у тебя отображается тоже, получается? Тоже отображается. Ты понял? Интересно, подожди, а почему отображается? Ну, видимо, на команду отображается, на всех. Ну, может быть. Там, слушай, а как раз в горе он где-то тут. Spillway Lake, озеро впереди есть. Я, блядь, английский знаю. Он на нас зомби идет, видишь? Бешеный странный, английский. Слушай, у него эпилепсия, походу, смотри, он что-то. Он танцует, буги-вуги. Поворачиваясь, круги, и курица там лежит, главное. О, дружище, как тебе, а? Угораздило. Так, что там, есть там что-нибудь у него? Смотрю, гвозди. Ну, гвоздь бери. Гвозди. Да, херня, ну зачем? Один гвоздь таскать с собой, Юр, в инвентаре. Вот где-то вот здесь уже, вот, как-то нужно лезть в эту гору, слышь. Подожди, а у меня сундук показывает тоже рядом здесь, только слева. Так может это не тот сундук? Может, наверное, это ты второй съел? Да. Так рядышком, не рядом, слушай. Слышишь? Сокровище. Я сокровище Сары ищу. У тебя какое сокровище? Знаешь, в чем жесть заключается? Что мои сокровища, походу, будут находиться где-то, блядь, под водой в озере. Да, думаешь? Да. Ну, так похоже, во всяком случае. А мое где-то вот здесь, Юр, мы почти дошли. Красненьким начинает мигать, понимаешь, еще, да? Не и мигает, там начинаем, подожди, раскапывать. Мне еще не мигает, мне пока беленьким. Я не знаю, как это... А, во, красненький мигает. Есть? Вот тут мигает, да. Погнали, ёпта, копать. Да. У меня сейчас лопата, правда, сломается, заряда. Ну, ничего. Вот прям мигает красненьким. А где копать, не знаю. У меня тогда на три клетки я выкопала. И сундук был на третьей, ну, типа, на три лопаты где-то. Надо, знаешь, как-то взять сначала вширь, потом только в глубину закапываться, мне кажется. Так, подожди, я сейчас лопату свою перерабатываю, делаю себе новую лопатку. Хорошенькую, да, чтоб чики, да, бомбони, вот, все вот, было. Вот, чтобы выкопать, так выкопать. Увидишь, кричи. Да, естественно, куда я денусь. Так, 118 у меня левел, лопат получилось. Хера. Угу. Жестко. Да. Слушай, ну красный мигает, зараза, и все. Ну вот как бы не получилось так, что место-то нихера неудобное. Понимаешь, в чем дело? В смысле, отсюда не выберемся, ты имеешь в виду? Не, выберемся. Имеется в виду, что оно же может быть где угодно. Может быть впереди, может быть слева, справа. В глубине, да? Да. Может быть дальше. Мы тогда с тобой тоже ямку-то раскопали. Нехилую. Закопали траншеи такие, да? Так, ну странно, не вижу. Странно, я тоже не вижу. Я себе сейчас сделаю лопату нормальную какую-нибудь. Может вот тут. Нет, ну я думаю, что смысла нету вблизи копать. Наверное, внизу, скорее всего, я так подозреваю. 98 уровень.
Все никак. Подожди, ага. Да, ты там подрегулируй. А большой типа. Район, где она мигает, я тебе хочу сказать. Большой, большой, в этом-то и проблема. Тот-то мы нашли сразу, нужно приблизительно брать где-то центр. Вот, вот как я в прошлый раз сделал. Короче, вот тут где-то центр, Юр, по идее, теоретически. Ну ладно, я закапываюсь тогда вовнутрь под низом. Давай, я тебя подкапываю. Тут что-то... Нет, мне не показалось. Нашел? А, пока еще нет. Ты хочешь сказать, что в прошлый раз нам просто повезло? А, да. Либо Юрец вообще классный парень, все рассчитал четенько. Так, мне эта трактовка не очень понравилась. Почему? О, я свалилась. Обвалы, да, обвалы? Тихо, тихо, тихо. А ну... Слышь, мы как негры закопались, да, а мы вообще с тобой какие-то конченые, я не знаю, что вот это впереди. Так обрадовались крышкам, понимаешь, что 5000 крышек, а прикинь, сейчас найдем 10000 крышек. Ребят, у нас золотая лихорадка, мы хотим денег, мы хотим крышек, похер, что 21-я ночь в скором времени и нас всех сожрут, нам нужны крышки. А чё? Слушай, я устал копать, эта яма явно больше, чем та, которая была. И что будем делать? Я не знаю, может быть, паузу поставим? Ну давай поставим паузу. Ребят, сейчас мы, наверное, раскопаемся, потом продолжим. Ага. Так, ну что, ребятушки, мы нашли сундук, еще один очередной. Вон там вот он у нас находится, но это не тот сундук, который по Полининому заданию. Дело в том, что по тому заданию мы перекопали, я не знаю, пол горы и нихера просто не нашли. Да-да-да. Это второй сундук по моему заданию. Давайте посмотрим, что у нас здесь имеется. Смотри-ка, 155 9-миллиметровых патронов. А серебряный самородок 18, 10-миллиметровых патронов 93. Значит, круто. Я забираю жетон крышки, ты забирай все остальное. Давай, забирай, у тебя место в инвентаре есть? Сейчас будет, сейчас, секундочку. Сейчас тут я бы патроны, конечно, забрал. Подожди-ка. Подожди, а у меня серебряный самородок только. Вот еще, смотри, лежит. Сейчас, подожди секунду. Все, забрала. И еще 10-миллиметровые патроны. А у меня их не вижу. Я забрал, все. Отлично. Ребят, ну, 7012 крышек, плюс у тебя сколько там 5 было? 5000. 5000, и ты говоришь, что у трейдера можно было бы что-то там купить, да, какое-то пестик оружие? Пестик за 12, просто я не вижу смысла, на самом деле, если мы можем собрать оружие на ЛКМ, как ребята говорили. Сами. Да, давай сначала попробуем. Если что, мы можем прибежать и потратить. Просто реально мы столько можем продуктов на эти деньги купить. Мне жалко, надо на пушку тратить. Так, а где, подожди, где-то здесь трейдер был? Нет, Юра. Здесь, я тебе точно говорю, здесь где-то был. Юр, он был возле моего вот, клада. Вот, пошли за мной. Пошли, Юра. За мной. Говорю, за мной. Клада. Ну я вижу, вот стоит какая-то херня, здесь можно залутать. А, ну залутать, но это же не трейдер, алло. Дело в том, что там есть таблички, как будто это трейдер. Это кафе. Это кафе. Ёк, Макарёк, ты видел, сколько возле этого кафе друзей вообще? Да. И чё, мы их всех будем бить? Ну, а почему нет? Прокачаем себе навык чуть-чуть. Хорошо. Ты вроде как обиделась на меня? Нет. Я тебе такую жопень кинул, да? Да, я просто не то что обиделась, просто я не ожидала, что вот так вот. Что там пищит еще, не могу понять. Так, еще один готов. Эпилептические припадки у чувака, да? Жесткие. Ну, да, сейчас ему в головочку. А ну. Все хорошо. Так, тут пусто. Пусто, да? Нас интересует только еда. Пусто. Выросла капуста, как говорится. Да. Защитная рубашка 87-го левела, а она желтенькая. Посмотри, Юру, просто интересно, как будто парашютист, знаешь, такая. А у меня места нет просто. Нет, ты просто посмотри, я не говорю тебе ее брать. Хочу тебе одну интересную новость рассказать. В седане, который стоит под кафешкой, есть еще одна карта сокровищ. Ну тебя, бери сам ее, я не буду. Неправильно я, видимо, что-то делаю или еще что-то. Бери сам карту сокровищ. А, я думаю, мне бы что-то выбросить заплесневелое. Так, вот это я съем. Землю, наверное, стоит забрать. Кого забрать? Землю, чисто на всякий случай. Может быть, это пригодится?
Так, а что с сокровищами делаем? Бери. Карту. Забирать? Ну да, потом найдем. Не обязательно же сейчас ходить. А есть еще фара. А я нашла книжку. Узнайте секреты изготовления одежды из металлолома и многого другого, прочитав книгу короля по изобретению Макдивера. Я читаю книжку. А, подойди, читай, подойди, я тебе жетоны все отдам. Давай, хорошо. Себе заберу. Хорошо. Да, в седан. Давай. Заходи в седан, забирай. Я изучу эту карту. Я нашел старую потрепанную карту сокровищ с какой-то писаниной на ней. Дорогой друг, если вы получите эту записку, скорее всего, я мертв. Везде здесь все одинаковое, да, получается? Угу. Все, выучил. Выучил, посмотрим. Фару, наверное, стоит забрать, да? Ну, пока не знаю куда, у меня нет места, все. Синий мой седан. Мой лимит исчерпан. Баклажан. Я тут вот уже, понимаешь ли, рублю дверь. А, я только хотел тебе помочь, а тут, типа, ты закончила. Я, да. Слушай, я нормальная такая. Кафешка вообще четкая. Угу. Может, просто еду найдем, на самом деле? Я че, ой, я блин, поеду? У меня банок пустых уже миллион, миллиард, я бы даже сказал. Просто дохерещ, серьезно. Переработаем. Так, 17 жетончиков еще нашла. О, еще банки, да куда же столько банок-то, реал? Ну что ты возмущаешься? Ля, вообще просто. Да надоело банки с собой таскать, ну как эти, я не знаю, вон, бутылка воды еще имеется. Ну бутылку воды забирай. Так, что, еды нету? А-а. А вот там есть автоматы, где можно купить еду сейчас, Юра. Сейчас купим еды. Давай, я пойду осмотрю, что вокруг есть. Господи, там еще эти звуки. И, кстати, ребята, мы ночь это делаем, чтобы вы понимали. 2:40 да, ночи ребят, сейчас. Мы... А я решил дверь покопать нормально. Молодец, конечно. Вот, я вижу автомат. А это, хапчу, подожди, это хапчу, холодильник. Хапчу. А, тут только вода. Кто бы мог подумать, стеклянная пустая банка. И еще одна стеклянная пустая банка. То есть ничего в твоей жизни не изменилось, а, да, Юрчик? Смотри, иди сюда. Я забираю железо. В первой духовке кастрюлька есть. Блин, та самая кастрюлечка. У меня их 3 штуки, я сейчас заберу еще. Да, пусть стакаются, они нам пригодятся обязательно. Так, 4 кастрюльки. Так, в холодильнике пусто. Автомата тут нет. Я думала, это автомат. Ценный да. Автомат. Так, мусорник, на задний двор. Клей имеется. Кстати, 2 клея у нас теперь. Бери, хорошо. Бери, бери. А это не на улицу выход случайно? Мне кажется, нет. Нет, не на улицу, Юр. Я уже отсюда вижу, что... С тебя железо сыпется. Я собираю, пользуясь моментом, потому что у меня есть железо просто в инвентаре. Мне просто не помешается. А, кстати, я могу, например, тебе землю отдать, да, Юр? Да, чисто. Давай вот тебе скину, там, ну, там немножко совсем. Вот она, иди забери, 2000 земли. Ко-ко! Да, комочек забрал, сформенный какой-то так. Кусок говна. Как... О, вот это твое, разводные ключи, забирай. Да, как раз у меня место есть. Да, давай я кукурузу, наверное, дохерачу немножечко. А я пустые банки, забери, у меня 11 штук. Такие складывай железные. Куда-нибудь. А, железно? Я их перерабатываю, слушай, зачем? Да, ну переработай. А то у меня не возьми, переработай. Из тебя выпадет железо, я соберу. А, вот так вот. Ну, они просто у меня... Да, ну сейчас выпадет, наверное. Потому что у меня вообще нет места так. Выпало? Ничего не выпало. Говорит, не, нифига. Сейчас, подожди, я поняла, что нужно. Я все. Забрал одну аптечку еще. 41 железо, на, сейчас собери. Смотри, да, вот. Да, да, выкидывай, вижу. Хорошо, есть такое дело. Так, там выход на улицу, нам это не нужно. Тут мы в шкафчике залутали. А вот-вот, для пусто, для напитков, что тут, тоже все пусто. Слушай, я думала, тут будет... Там выход, по-моему, да, выход, уже? Да, это улица. Что ты меня пугаешь, Юрка? Да что такое, ёпта. Так, разводные ключи, это хорошо. А здесь нет подъема наверх? Я вот смотрю, ищу его. Тут дворик есть какой-то еще, контейнер. Господи, Юр, да что ты меня пугаешь? Гильзы забираем. Нет, у меня нечего, не могу ничего забрать, уже все. Усё, чё? Так, мусор. Ну чё, ребят, мы сейчас потихонечку дотопаем, наверное, до трейдера, посовещаемся. Сейчас у нас 3 часа 19 минут, ночь закончится через 40 минут, получается, да, плюс-минус. Угу. И следующая ночь, это та самая ночь, нам придется очень несладко. Скорее всего, мы будем это делать в бункере, в нашем бункере под заправкой.
Попытаемся как-то оградить себя еще немножко, усилить степени защиты, поставить кули различные, ну и так далее и тому подобное. В общем, я предлагаю сегодня на этом закончить. Надеюсь, что вам все понравилось. Поискали кладов, нашли еще одного трейдера, да, перекопали полгоры. Но такое в игрушке тоже бывает. На то она, собственно говоря, и выживалка. Если вам понравился видосик, не забывайте ставить оценочки, не забывайте подписываться на каналы. С вами были Полина Нехочуха и Юрий Кот. Всем пока, ребят. Всем пока, друзья.